Прямая линия с губернатором, которая прошла 4 ноября, внесла ясность в проблемные ситуации ульяновцев. Главе региона поступило огромное количество вопросов. Поэтому в этот же день было решено собрать совещание, чтобы как можно быстрее приступить к действиям. Мне ежедневно, как со своими просьбами обращается огромное количество людей. Люди просят и дороги отремонтировать, и отрегулировать уличное освещение, и помочь с доступными там лекарственными средствами. На совещании был поставлен вопрос о расширении права использования капитала «Семья», чтобы граждане могли использовать материальную помощь не только на покупку жилья, но и его строительство или ремонт. Люди «Семья» просят выделить деньги и просто использовать сертификат на ремонт обои. Сергей Морозов обратил внимание на то, что вопросы реализации капитала решаются неэффективно. По словам заместителя министра здравоохранения Андрея Баранова, уже разработан законопроект, который прошел согласование с общественной палатой и внесен в законодательное собрание. Изменением станет расширение спектра использования капитала и снижение трехлетнего ценза для его получения. Непосредственно с момента рождения ребенка и получения капитала семья, то есть вы сможете эти деньги уже использовать. То есть это хорошее подспорье для наших семей, которые хотят улучшить жилищные условия. Также у нас увеличивается доля компенсации с 25 до 50%. Отрасль здравоохранения находится на особом контроле у губернатора. Поступило обращение с просьбой о покупке аппарата МРТ в городскую больницу номер 1. Проблему нехватки необходимого оборудования поставили в приоритет. 100 миллионов рублей направлено на ремонт, закупку новой техники и лекарственное обеспечение. Конечно, обращение, которое было, оно рассмотрено, оно отработано. Но мы еще и предлагаем встретиться с заявительницей, конечно, выехать в ней в лечебное учреждение, чтобы она своими глазами уже увидела те преобразования, которые произошли в лечебном учреждении. На заседании Сергей Морозов процитировал президента. Цель была донести чиновникам, как надо подходить к своей работе и относиться к гражданам. Что вчера президент сказал про вас? Обращаю внимание моих коллег в регионах Российской Федерации, и губернаторов, и региональные, и местные власти, да просто чиновников. Нужно уметь слушать граждан, нужно опираться на гражданскую активность, нужно вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы людей в социальной и других сферах. Отрасли, на которые особо заострил внимание губернатор – здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и социальное благополучие граждан. Сергей Морозов обозначил пути решения проблем. Чиновникам же осталось ответственно подойти к своим задачам. Возможность прямого общения граждан с главой региона вселяет надежды, что ни одна проблема не останется нерешенной. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.